На выставке представлено свыше 300 предметов из уникальной коллекции игрушек Кировского областного краеведческого музея за 120 лет. От ручных поделок до изделий современного производства. Здесь и деревянная каталка 19 века, и игрушки кировской фабрики «Весна». Малоизвестный факт о том, что Вятка после Киров в 20 веке стал одним из центров производства деревянной игрушки. Оказывается, производить игрушку в начале 20 века было очень выгодным, прибыльным делом. В маленьком городе Вятке на 20 тысяч жителей было свыше 40 артелей игрушечников. В 30-е годы прошлого века в Вятке была образована фабрика игрушек. Она стала одной из самых крупных в Советском Союзе. Современная кировская фабрика до сих пор выпускает куклы и держит лидерство в производстве этого вида игрушек. Особый интерес в экспозиции представляет глиняная дымковская игрушка. В Вятке это бренд. Там даже есть памятник дымковской игрушке. Также на выставке можно увидеть редкие предметы быта и одежды, книги, познакомиться с удивительным миром русского сказочного лубка. Посетители смогут проследить, как менялся мир ребенка с конца 19 века на протяжении всего 20 века и каков он сегодня. Выставка будет работать до сентября. Ирина Антонова, новости Ул Правда ТВ.